Обязательства, которые выполняются, к ним относятся переселение из аварийных домов. На совещании по итогам работы строительной отрасли накануне отметили, к концу 2023 года 605 человек улучшили свои жилищные условия. Это жители домов, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В 2022-2023 годах запланировали расселить 697 человек. Это 292 семьи, которые проживали в 34 аварийных многоквартирных домах. Сейчас завершается строительство многоквартирного жилого дома в Маргаушском муниципальном округе, куда переедут 33 человека, 15 семей. Расселение аварийного жилья проходит в рамках федерального проекта обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда президентского национального проекта «Жилье и городская среда».